пленительной сны, лелея наяву. Вот в Мосхе мы делали один спектакль. У меня есть группа психотерапевтов. Да. Делали такой психологический перформанс, очень интересный, взаимодействие со зрителями. Особенно Катрина Гринина. Вот она проводит свои фестивали психотерапевтические. Они, наверное, о чем-то, как вы когда говорили о вашем родителе, арт-маэстро, вот у нее что-то похоже. Это довольно-таки интересные вещи присутствуют. Она просила меня это проснимать. Действительно, очень важно. Люди вот одинокие, которые туда приходят, и молодые, и возрастные, они потом там могут найти себе пару. Или же потом находят, то есть они, получается, они учат взаимодействовать. Да. Есть еще и матримональные такие те самые в плане. Например, Дом культуры «Салют». Там отбираются, например, девушки свободные, незамужние. А парк культуры Тушина, сотрудники, оттуда и оттуда. А парк сотрудник, оттуда мальчики. И, соответственно, вот такую поездку их пансионат. Ну, а опять-таки, они будут чем-то заниматься, в смысле искусства. Причем знакомиться. Причем, вот что интересно, вот вы когда сказали о том, что там не семейная пара.